Привет! И вы на канале Мое детство. И это видео, в котором мы будем лепить свинозомби. Давно эта рубрика уже не появлялась, но вот, она снова появилась. Ну что же, приступаем! Как раз таки наш свинозомби, которого мы будем лепить. Вот, у него есть золотой меч. Также он состоит из скелета и зараженной плоти. Таки наш пластилин. Мы его делим на два куска. И делаем из него что-то типа прямоугольника. Вот. Лепим вторую ногу. Все, ноги мы слепили. И теперь нам нужно взять зеленый маленький кусочек, а также белого, немного черного и розового. Мы берем черный, берем розовый и смешиваем, чтобы получился темно-розовый для наших когтей его. Мы делаем такой цвет. И теперь выделываем его к ногам. Вот. И сюда. Теперь мы берем белый цвет и делаем так. Делаем что-то типа линии. И на второй ноге повторяем то же самое. Кстати, вот вам интересный факт про свинозомби. Если вы его ударите, то он на вас нападет. Но это знают практически все майнкрафтеры. Но вот мало кто знает, что иногда они появляются с зачарованными золотыми мечами. И это очень редко появляется, поскольку они очень часто появляются только с обычными. И если просто спавнить их много, то, может быть, с 1% появится с зачарованным золотым мечом. Вот у нас появилось. И делаем здесь тоже зеленую обводку. Вот. А теперь берем коричневый. И сейчас мы доделаем ноги. Коричневый. Это у них такие накидка. Не понимаю, почему в аду так мало мобов? Их там всего ничего. Ифрит, гаст, лавовый куб и свинозомби. И все. Делаем также со сторон. Вот, с этой стороны делаем. И с вот этой. И если вы хотите себе сделать скин свинозомби, чтобы вас никто не нашел, то у вас это получится. Вы просто можете прописать специальную команду, и у вашего персонажа будут руки подняты, как будто у зомби. А теперь мы берем пластилин для тела. Вот, мы его делаем, и у нас получается тоже квадрат. Смотрим по размеру, чтобы он подходил. Вот он у нас уже получается. Уже можно понять, что это свинозомби. Теперь мы берем белый для костей. Мы делаем 3 кости. И берем еще зеленого больше. Делаем маленькие точки зеленые. Потому что это свинозомби.
Никто не знает, почему он стал зомби. И я тоже, но у меня есть догадка. Зомби пришли через портал и их заразили. Или, может быть, они просто укусили свинок. Не знаю. Хотя, может быть, это все и вправду так. Потому что раньше в Майнкрафте были такие существа, как свинолюди. И эти существа, наверное, когда их кусал зомби, то именно тогда они и превращались в свинолюдей. А теперь мы переходим к рукам. Руки должны быть по длине такие же, как и ноги. Но на несколько, но на один сантиметр меньше. Вот, одна рука и вторая рука. Вот у нас две руки получается. И ставим. Но чего-то не хватает. Да, не хватает как раз-таки зараженной кожи. Делаем совершенно в любом месте. У каждого свинозомби своя краска зараженной части тела на руках. Вот, вот. То есть мы, можно, делаем в любой момент. И сейчас на второй руке делаем то же самое. В общем, мы сейчас добавим эти штучки зараженные и добавим самую главную вещь, которая больше всех нравится людям в зомби-свино-человеке. Это золотой меч. Только из него его можно добыть. Также он никак не обновился в новой версии. И ад сам никак не обновился в новой версии 1.14. Вы это видео уже, наверное, видели на нашем канале, обзор этой версии. Но если что, то посмотрите его еще. Ссылка будет в описании на это видео. И там я рассказываю и показываю про все нововведения. И кварцевая руда, только она изменилась в аду. Больше ничего, ни одного моба. А мы за это время доделали наш золотой меч. Вот. Ставим его сюда. И вот у нас уже получается красивый свинозомби-человек. Осталось доделать только голову. Берем еще пластилина. Вот. Еще пластилин. Вот. Мы сейчас сделаем ему квадратненькую голову. Как у всех мобов в Майнкрафте. Кроме слизня. У него только одна голова. Вот. Квадратная головушка наша. Мы ее вот так делаем. И берем белый пластилин, который мы уже так давно не использовали. Берем его и намазываем сюда. Так, чтобы было на пол его лица. Вот, это его череп. Берем зеленый и намазываем его на контур. Потому что это контур для всей белой части. Вот так делаем. А также надо сделать с нижней части. Вот. Где рот. И со стороны. Теперь, в принципе, можно делать контур. И лицо, и все. Сейчас немножечко доделаем, и в принципе все будет уже готово. Берем еще белого для этой части лица. Берем немного черного. Вот так.
И для этой части берем полностью черный. Вот. И сюда берем еще розового. Вот. И это у нас будут ноздри его. В принципе, вот и все. Ставим голову, приделываем ее сейчас. Вот. Свинозомби готов. Ноги у него двигаются. Руки тоже. Есть меч. И голова тоже двигается. Все. Если вам понравился этот видеоролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы видеть видео самыми первыми. И также пишите в комментариях, кого мне слепить следующего. Ну что же, пока!